снимать всё. Ножки, да? Ну, короче, видео. Ну, просто мы ее сейчас обработаем, это чтобы... Потому что она, я не понимаю, почему она очень сильно кровит. Видишь, и здесь, и здесь. Я вот начала разбинтовывать, и она покашливает, у нее еще сильнее опухло горло. Я не пойму, почему кровит вторая лапа тоже. Вторую лапу это бинтовали в клинике, я не обратила внимания. Сейчас будем смотреть, что со второй лапой. Что у нее лапки все. Так, сейчас будем ставить капельницу. Так. У нее пробито вот здесь. И пробито вот, Таня. Вот и вот, с этой стороны. Покажи вот так отсюда. Вот так, вот так. Вот, близко не подноси, плохо видно будет. Ага, вот так. Вот отсюда, отсюда. Вот это мы сейчас будем делать капельницу. Пока сюда ложим. Так, сейчас вторая лапка, смотри, как за ночь промокла. Ой. Вторая лапа промокла, и она прям мокрая. Я даже не знаю, что мне делать. Вторая лапка тоже кровит сильно. Тихо, девочка. Да, это застыло. Ой. Так. Да, это значит, вот здесь. Сейчас первый слой только снимем. Плохой. Здесь открытых ран нету, это просто кровь натекла. Поэтому такая тяжелая, боже мой. Вот здесь видишь, как у нее. Значит, кровит вот эта ранка в сустав. Вот здесь. Вот раз, два, три. Вот здесь у нее 4 дроби на одной лапе. У нее очень сильно опухшее горло. Очень сильно. Да. И еще у нее идет кровотечение из носа и из ротика. Все будет хорошо. Все, сейчас капельницу ставим. Она кашляет от того, что... Давайте. Куда мне это убрать? Подожди секунду, я уберу. Сейчас. Хорошая, хорошая. Иди сюда, солнышко. Сейчас, моя золотая. Хорошая. Сейчас пробьем. Сгустки крови запеклись. Лапочку ты будешь забинтовывать? Сейчас, я сниму капельничку. Да, лапку надо вытянуть немножко. Вот так. Сейчас. Все, она будет хорошо сама лежать. Она умная девочка. Ну все, пока капаем, потом все остальное. Пока сейчас пока капаем, посмотрим, что с лапкой перевязку сделаем. Все.